Вы готовы охренеть вместе со мной? Я зашел на свой старый аккаунт, на который не заходил 2 года. И то, что я там увидел, я просто охренел. Заходим на рынок, заходим на гифтбокс и нажимаем только мои запросы. И посмотрите, сколько у меня здесь на моем старом аккаунте гифтбоксов, ребята. Около 1000 гифтбоксов у меня на моем старом аккаунте. Вы думаете, это шутки? Нет, ребята. Я могу нажать кнопочку «Отменить», он отменился. Нажимаем «Инвентарь», и он в инвентаре. Я могу его даже открыть, но, конечно же, пока что этого делать не буду. Могу его также обратно поставить на продажу. Давайте поставим 99999. Пока что пускай за такую цену. Обратно нажимаем мои запросы. Можем 2 гифтбокса отменить. Раз, отменили один гифтбокс. 2, отменили один гифтбокс. Все, 2 гифтбокса отменено. Нажимаем инвентарь. У нас в инвентаре 2 гифтбокса. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я открыл 100 гифтбоксов, ребята.